Всем привет с канала Brim Team, и следующий видеоролик наш, немножко спалился, что уже открывал, это обзор методных кормушек компании Gongwang HW. Также нашли в магазине Планета Рыбака, город Дмитровград, Ульяновская область, Special Carp, специальные аксессуары для карпа, New. Набор включает в себя 4 кормушки 15, 20, 25, 30 грамм, соответственно, и форму для пресса или по колхозному топталка. Здесь нет никакой информации, может это и хорошо, не путать, так как обычно их берут те, кто уже ими умеет ловить. Но те, кто хочет попробовать и сразу несколько кормушек, как бы не особо хорошо. Можно было бы хотя бы элементарную схему монтажа сюда зафиксировать, но здесь нас встречает только красивое изображение. Gongwang Fishing. Открываем. Это сразу нам что-то будет не нужно. Встречает нас такая топталочка. Просто пластиковая форма, которую просто мы вот так вот забиваем. Из довольно тонкого пластика, то есть не знаю, сколько она прослужит. Ни силикон, ни автомат, как бы, ну ладно. Убираем сразу в сторону. И вот такое вот сокровище из 4 методных кормушек. 20, 30, 15, 25. Уже вставлены вертлюги, отбойник. Уже все есть. Как бы все для вас, все для нас, все для нашего удобства. Здесь поставлены такие, так скажем, клепки, на них держится вес. Хорошо, что не улетит, но плохо, что нельзя поменять вес. Но как бы зачем, если нам предоставлен весь набор? Вертлюг, сразу все сюда вставлено, красота. То есть вертлюг мы вытащим, каждую из них снарядим, и все будет просто замечательно. Основным достоинством могу сказать, это то, что помеченные веса, то, что их сразу 4, допустим, на мой пикер это замечательно подойдет, даже вот 30 грамм набить, все, там будет 45, как бы у меня пикер до 40, ничего страшного, он это спокойно метнет. Конечно, на течении их не поиспользуешь, но вот на реке более чем, тем более, что другие методные, у меня там 90 грамм, 25 и 30, то есть, как бы 90 это вообще для хэвика. Минусом, наверное, вот то, что форма из очень такого ненадежного, то есть если я сожму со всей своей силы, все-таки человек не маленький, она сломается. Но этот минус с лихвой перекрывается тем, что, допустим, одна методная кормушка, допустим, просто какого-то другого производителя. Она стоит от 50, там, 75 рублей и выше. Даже я, работая в рыболовном, у нас кормушки продавались 50 рублей минимум. Топталка такая была 50 или 70. А вот это все, ценника на ней не было, на витрине был, это стоит 150 рублей. То есть для начинающих, тех, кто не боится их поотрывать, чтобы не покупать дорогущие методные кормушки, это все богатство стоит 150 рублей всего лишь. 4 кормушки и топталка мялка, уже все есть. И как бы я считаю, что это максимально удобно, максимально целесообразно именно к приобретению для начала. Конечно, если вы там рыболов с 10-летним стажем, пользуетесь флагманом, гуру, агентом фишинг, то есть такими именно тавтология флагманами продаж в рыболовной сфере, дело, конечно, ваше. Но как бы для начала лучшего, мне кажется, просто нет. Поэтому берите к сведению, компания Gongwang. Gongwang. Уверен, что и в других регионах она также есть. Просто спрашивайте у себя в магазине. Если увидите, обязательно купите даже 150 рублей. Ну что это такое для современного мира? Купите, пусть они у вас даже валяются где-то дома в рыболовном шкафу. И даже если вы сейчас не используете, то потом, может быть, с друзьями соберетесь, вам кто-то что-то покажет касаемо метода, а у вас уже все будет.
Поэтому благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на нашу группу, где все новости и отчеты. Благодарю за просмотр. Пока.